Всем хай, я снимаю влог свой новый, спустя месяц. Вчера снимали стрим вот с этой вот, видите. Скажите, где я что так долго не снимал видосики, потому что я уезжал по работе в Киев, давай сюда. Потом, где я был еще после Киева? Короче, я еще работал, потом подзарабатывал, обновил себе комп. Теперь я могу более-менее стримить нормально. Может, даже видосики какие-то с играми буду снимать. Так что посмотрим, что вообще получится с этого. Всего дела. На улице нереально дубак. Уже реально спустя месяц, блин, уже зима наступила. Отстань, не мешай. Вот это вот ходит за мной своими руками. Поздоровайся хотя бы. Труха. Короче, шляемся. Ну, не шляемся, я иду к сестре с малой там поиграемся. Может, что-то поснимаем. Посмотрим. Влог задрота. Обновил комп, стал задротом. Сейчас мы идем, короче, играть в игры. Юля потерялась, не пошла ни туда, короче. Смотрите, какой я под столом нашел. Варька. Варька. Котяка. Котяка. Его не сними. Варя. Варя. Всем привет, меня зовут Вака. Вы смотрите кулинарное шоу Гречка ТВ. Сегодня будем жарить яйца, я вам лично покажу, как их делать. Если кому интересно, смотрим, приступаем, поехали. Яйца у нас необычные, мы будем делать омлет из 6 яиц, вот таких вот. Для начала их надо разбить будет в такую тару, перемешать, и все. В принципе, готово, так что давайте приступим, наверное. Будем разбивать их. Конкретно сегодня мы делаем омлет с сосисочками и сыром. Вот это дело все перемешиваем вилочкой. Вот таким вот образом. Яичница за 400 тысяч долларов. Если кому надо, обращаемся. После того, как взбили, идем резать сыр и сосисочки. Сейчас будем резать вот такую сосиску и вот такой сыр. Сначала надо почистить сардельку, потом нарезать ее, естественно. Блин, увидит пол манежа, будет ржать тупо свинья. Скажет, что за даун, что он делает? Теперь очередь сыра. Перезаливаем эту субстанцию нашу и закидываем туда сардельки вместе с сыром. Накрываем это таким вот делом и ждем, пока оно приготовится. Two hours later. Вака, а что ты жаришь? О, класс. Приколы приколами, а яйца нормально получились. Идеальный ракурс. Что там, Валера, нормально? Да. Удобно? Зай, туда уйди, туда уйди. Что, идти? Я не могу определить, просто оно четко или нет. Ой. А сфокусировано или не сфокусировано? Да. Ты ж слепой, блядь. Ой, какая сложная жизнь блогера. Вот так и снимаем. Юля блогер? Да. Это теперь мой канал, подписывайтесь на меня. Сразу все отписка сейчас будет. Лучше не бери камеру. Эй, не слушайте его. Вот по таким местам мы снимаем. Слышишь, Вака, а ну подойди сюда. А поверни спиной. Шо? Там что-то у тебя с портфеля торчит. Оно что да это? Не надо. А ну подожди. Не-не-не, Вака, тут какой-то пакет у тебя. А что это? Ведро. Ё-моё, автомат. Отдай сало! Автомат, рюкзаки! Кому кажу сало отдай? Кидай. Тупо чем заняться на съемках? Давай топор. Давай пару попыток, чтобы он стал охеренно. Пришли рубать лес. Новый год. Нашли чем заняться реально. Короче, снимали видосик. Оцените. Женя дровосек. Короче, не обращаем на задний фон. Снимаем на кухне, если что. Я решил поделиться кое-каким нововведением, что ли, как это называть на канале. В общем, со своей старой камерой, я надеюсь, мы распрощаемся.
потому что она мне уже надоела. Она немножко тут побитая у меня, короче, она много уже чего пережила. И на эту камеру пришла небольшая замена. Это GoPro 6. Это, так сказать, моя мечта маленькая была. Я хотел купить четвертую GoPro, но получилась шестая каким-то образом, не знаю вообще. Я очень рад покупкой. Сейчас мы ее типа немного распакуем, и в следующем видео я уже буду снимать, естественно, на нее. Тут много функций, естественно, и стабилизация, и водонепроницаемость, и вообще все-все-все. Так что будем проверять, я думаю. Таймлэпсы на нее поснимаем, так как она снимает в 4К, тоже, я думаю, что-то буду монтировать с природой связано. Там посмотрим, короче, вы будете смотреть. Прошлое видео, кстати, обязательно посмотрите, кто не смотрел. Я думаю, вам понравится. Хотя это снято на зеркалку, но я думаю, на экшн-камеру тоже можно будет что-то подобное снять. Ну, не буду много разговаривать, будем распаковывать тогда. Пахнет брендом, понимаешь? Камера дорогая очень, если что. Ну, по моим меркам дорогая. 3 месяца работать, не жрать, питаться мивиной и так далее. Ух, смотри, посмотрите на эту красоту. Вообще, тупо бренд. Прорезиненная, кстати. Всякие инструкции, ну это нахрен надо, блин. О, вот это просто, это понимаете, это по-любому надо цеплять на велик, чтобы все знали, какой я крутой. У меня GoPro 6 есть. Тут всякие инструкции, тоже нам не надо, мы умеем пользоваться. Мы еще ютуберы. Тут стандартные крепления. Блин, вот бренд, чисто бренд, что ему сказать. Пластмасса жесткая, нормально так. Но опять же, я вообще не вижу смысла покупать крепежи официальные, там от GoPro в всяких магазинах. Тупо AliExpress помощь, там все, в принципе, Китай, везде Китай. И вообще без разницы, оно нормально держит. Как опытный человек, говорю. Вот так, короче, она выглядит полностью. Экранчик, это просто, ну я не знаю, как это описать, это охеренно. Экран сенсорный. Я, правда, сейчас, наверное, ее не включу, потому что нет батареи, не врубается. Надо будет подзарядиться, уже проверить в следующем видео. Что ему по камере, в принципе, все, что я сказал, это все взято с интернета. Там будем уже проверять на деле, что оно такое вообще тут снимает, записывает и так далее. Короче говоря, я пошел заряжать камеру. Думаю, завтра удастся что-то снять. Если достаточно много информации успею снять на эту камеру, как можно скорее выложу видео, чтобы вы оценили, как она снимает. Я еще комп обновил, так что буду использовать более сложный монтаж. Я думаю, видео будет уже более интересней. Да и вообще канал будет меняться потихоньку, постепенно. Как видите, уже много обновлений, так сказать, произошло на канале. Будем развиваться и так далее. Так что следим за каналом, подписываемся. Кто еще не подписался, ставим лайки на это видео, потому что я старался. Кулинарное шоу, кстати, тоже делал для вас. Чисто угарнуть, если что, а то скажешь, что какой-то дурачок. В общем, вот так вот. Всем до новых встреч. Всем пока.